Друзья мои, всем привет! Рад видеть вас на четвертой серии моего проекта «Машина мечты. Тачка для подписчика». В предыдущей серии мы восстановили передние крылья, которые сгнили просто напрочь. Конечно, сделали это в черновом варианте, но сегодня, я думаю, я все это закончу. Уже будет подчистую все ровненько и красиво. Также сегодня я займусь ремонтом пола и варкой поддомкратников, которых вообще здесь нету. Они просто отгнили. Сегодня заехал, купил ремставку пола. Ну, качество российских запчастей оставляет желать лучшего. Здесь новый пол, здесь да, все ровненько, все хорошо. Там что произошло, непонятно. Видимо, зажувало в станок. Ну ладно, нам эта часть не нужна, мы ее вообще отрежем, потому что у нас эта часть в основном вся сгнившая. И также взял поддомкратник новый на одну сторону. На вторую сторону где-то валяется в гараже. Сейчас найду. И по причине покупки этих запчастей из нашего бюджета убавляется 500 рублей ставка пола и 200 рублей под домкратник. Итого 700 рублей минус. Также я купил 4 листа шкурки разной фракции. И соответственно с нашего бюджета минусуется еще 100 рублей. Денег остается все меньше и меньше. Мне еще надо купить чехлы, ну и какие-то непредвиденные расходы. Как бы. То есть, ну ладно, у меня все разбавители и растворители, это все как бы есть. Так сказать, у меня было заложено в предыдущие машины. Соответственно, все это нам бесплатно достается. Но все равно, волнительно, волнительно очень. Ну все, переодеваюсь, начинаем. В общем, займемся сначала полом. Сидуху убрал, чтобы не мешалось. Так, получается, погнили у нас. Грубо говоря, вот. Вот крайняя точка. То есть где-то вот так будем вырезать. И здесь. Блин, здесь посмотрим сейчас. Может быть, до крепления сидения. Там здесь еще один вставишь. Или как быть. Короче, сейчас начнем вырезать. Дальше будет понятно. В общем, вырезал самый такой основной сгнивший момент. Здесь, в принципе, металл нормальный. Здесь как бы плохо уже держится. Короче, что я решил? Вот такую же ставочку делаю. Она получается стянет у нас вот эти все места и прижмет вот сюда к порогу внутреннему. И все, и как раз эти дырочки у нас ликвидируются. Тут получается придется с той стороны тоже чуть подвалю. Не знаю, как-то замазать их, чтобы там влага не выпадала. Потом каким-нибудь кордоном или чем покрыть. В принципе, будет нормально. Что-то будем по ходу уже движение смотреть. Что нам здесь делать. И получается у нас вот эта вставка сейчас она кончится вот здесь. Потому что по форме, грубо говоря, пола вставка у нас до сюда вообще по идее должна идти. Ну здесь сейчас мы тоже кусочек вырежем. Сюда приварю. И снизу под домкратник подварю. Сейчас будем пробовать варить будем без газа, проволокой с флюсом. Посмотрим, сейчас я плюс-минусом перекинул, может будет лучше варить. И хотел бы обратить внимание, смотрите, какая идеальная выштамповка, ямка. Ладно, здесь сейчас пусть даже прижать, снова не выпадает она. Короче, качество этих деталей оставляет желать лучшего, но что поделаешь. За неимением лучшего будем делать такими. Короче, сейчас надо это дело поджать, обстучать и прочь прихватить. В общем, молоточком все подстукиваем, делаем, чтобы у нас это ребро совпадало. Есть такие специальные зажимы. Ими получается фиксируем. Так, сейчас перехвачусь. Короче, ими так вот фиксируем. Все, у нас сейчас никуда уже не денется деталь. Она прижата. И все, сейчас молоточком все это подбиваем плотничком, чтобы у нас вот это все встало. Вот видите, получается, все на месте уже стоит. Просто у нас там зазор с палец. И здесь сантиметрик лишний. Все, сейчас все подстукиваю и прихватываю. У нас, короче, сейчас будет двойной тест. Вчера я купил еще себе такую вот масочку сварочную.
Хамелеон. Потому что я устал зайчиков ловить с обычной маской. Потому что нифига не видно, начинаешь так смотреть и наловишься, там ходишь два дня как китаец, ничего не видишь. Да и все-таки Зенин на побережье, потому что неохота ходить в очках. В общем, получается, испытание у нас будет, это сварка проволокой без газа. В том году я варил, короче, но оказалось, варил неправильно. Надо было плюс с минусом поменять, на, то есть держак должен быть плюс, а получается, вот эта часть должна быть минусом. И, короче, должно теперь лучше варить. Сейчас проверим. Еще очень жалею, что не купил маску в том году. Реально, намного удобней. Чик потухло. Подварил, посмотрел там, да, как варится. Все, перестал варить. Видишь, нормально опять прозрачное становится. 1200 рублей. Халява. В общем, по сварке. Еще немножко не привык варить. Но вот здесь вот немножко добавил. Вроде получше пошло. Здесь как-то, короче, подзасирает. Как бы держит, конечно, но что-то шов такой не очень. И прожигаю немножко насквозь. Короче, сейчас руку набью немножко на это. Что надо регулировки покрутить. Больше-меньше. И думаю, все получится. Так, ну что, вот этот кусочек я приварил. В принципе, держится нормально. Так, сейчас получается пойдем к самому сложному, к этим загибам, ко всем. Также получается все это дело. Подстукиваем плотничком и провариваем. Короче, вот такая картина у нас нарисовывается. Здесь все хорошо прихватил. Это вот еще одна вставочка получилась. Блин, с той стороны не могу никак прихватиться. И загнуть ее не могу. И прихватиться не могу. Там мастики куча целая. Начинаешь варить, она вот дымится. Он отлипает. Поэтому краю видно. И не знаю, как быть. Саморезом ее прижать или чем, чтобы приварилась. Сейчас получается накину этот кусочек и буду под домкратник вваривать. Сейчас мы переходим к самому интересному. Здесь у нас вообще фиг пойми к чему цепляться. Ладно, там у нас склон жиром сюда прицепится, подбить немножко и нормально будет. Здесь получается немножко надо срезать вот эту часть, убирать и уже к этой привариваться. И попробуем немножко она будет к салону подключать, потому что у нас пол немножко вмят вовнутрь. Это вот из-за вот этого куска. Короче, старый вырезать не буду, прямо на него буду наваривать, потому что блин, ну сильно нафига делов его вырезать. Как бы лишнее не будет. Снова он уже весь деформированный, как бы и заходит нормально сюда в пазы. Так что пусть остается. Так-то бы, конечно, так разобраться бы с этой стороны бы не помешало бы чем-то обработать. Чтобы не гнило. Но, блин, пока у нас нечем обрабатывать. Потом какую-нибудь мастику попробую, то прям. Какой-нибудь из отверстия засунуть, туда шланг есть. Все там запенить, заделать. Хотя, в принципе, у меня мовиль есть, может мовиль туда залить. Только еще не придумаю. Немножко обезопашу этот момент все равно. Все полез, короче, срезать. Снимать неудобно там, потому что в одного все. Как бы все работы, где варю, где режу, не снимаю, потому что, ну, если сварку снимать, то я себе просто матрицу запоганю на камере. Ну а резать, соответственно, как бы одной рукой держать, как бы там, да, и резать другой тоже не шибко удобно. Поэтому извиняйте. В общем, короче, подбивал я, подбивал все. Ничего сюда не подходит. Решил домкратом там приподнять вот так вот. Сейчас получается прижмется. И потихонечку нужно обвалить от дальнего. Сейчас там прихвачу. И потом пойду сюда прижимать и все это придавливать. И я думаю, все у нас тогда получится. Здесь может быть тоже еще пару ляпочек брошу, чтобы прихватилось немножко еще побольше. В принципе, держится хорошо. Приварил на мол, видите, насквозь даже он прожегся. Ну, не прожег, в смысле, что проварил. Ой, вот это такое вот дело. Немножко будет смущать, конечно, я думаю, покупателей.
Ну, будем думать, как с ним бороться. Ну, капец, к этому меня жизнь не готовила. Начал только варить, так хорошо, все чуть-чуть пошло, и проволока кончилась. Полетел за проволокой, что делать? Ну что, сгонял, купил проволоку. 700 рублей килограмм проволоки с люсом стоит. Она подороже, чем обычная. Еще и найти нигде не мог. В 3 магазина заехал, где не было. В одном последний забрал моточек. Короче, надо в прозапас теперь купить, пусть лежит. Получается, всю сумму я не буду в счет включать, как бы, да, наш вот этот бюджет. Ну, справедливости ради, рублей 200, как бы, минусанем, потому что, ну, раз уж так вышло, как бы, то есть придется уже отсюда немножко минусануть. Так что минусуем еще 200. Тут от новой проволоки столько дыма, капец. И получается, какая-то как паутина такая прям летит, такие прям садятся этим полосочками, таким, как ткань. Бываешь, как бы, она какая-то непонятная. Короче, что сделал? Здесь все готово, тут все прихватил, по подрамнику сейчас, ой, подрамнику, по поддомкратнику. Также прихватил все. По поддомкратнику также все прихватил, здесь еще дополнительно сделал прихваточки тоже, в принципе. Все готово. Это получается, не буду ничего вываливать. Сюда запеню, зашпаклюю и все. Потому что только один вот этот кусочек только гнилой. Все остальное хорошо. Здесь была вмятина. Видимо, из-за вмятины вот такая вот ерунда получилась. Так что вот. Блин, не знаю, со второй стороны подомкратник менять или не менять. Потому что что-то... Потому что больно дофига у него времени уходит. А там получается еще все в заводской мастике. Поэтому я вот фиг знаю. Сейчас посмотрим. Тут как бы видите такая ситуация. Он как бы есть, но он замятый на бок. И вот фиг знает. Так-то здесь пол нормальный, не сильно гнилой. Получается только. Сейчас. Только вот здесь надо латочку откинуть. И все, единственный это гнилой момент. Больше нет ничего. Поэтому я думаю, скорее всего, наверное, сейчас здесь я отстучу. И подлатаю, и хорош. В общем, стукнуть по дну была роковая ошибка. Получается так. Хотел немножко выгнуть в обратную сторону. Получилось, что вот такая ерунда здесь. Рука залазит. Короче, тоже надо все заваривать, вырезать. Да уж. Ну ладно, что. Целее будет. Очень жаль, что да, наши планы не сходятся с реальными событиями. Как, например, вот здесь. Не хотел я менять подрамник. Ой, поддомкратник. А придется. Потому что все здесь вырезал. Кстати, лонжерон немножко треснул. Не знаю, что с ним делать. Сейчас здесь будет еще поддомкратник, получается, ставится. В принципе, я его стяну. Но все равно есть хорошо. Короче, кусочек отваливаю сейчас. И хорош. Короче, в этот раз я решил сделать немножко хитрее. Сначала ставлю поддомкратник. Здесь все к лонжерону прихвачу. Заодно лонжерон проварю. И потом уже буду ремставку ставить. Думаю, так будет лучше. Все. Доварил. Ох, нелегкое это дело, оказывается. Что-то этого варил, как бы, ну не так много. Сегодня прям что-то я ударную дозу сделал. Короче, что получилось? Здесь такая лапточка получилась небольшая, потому что когда снизу приваривал, я, короче, прожег. И по низу у нас, о, почему новенький домкратник, поддомкратник. Не знаю, как там сейчас снизу все это прятать, все эти швы все убирать. Потому что не очень симпатично все это смоется. Ну, такой-то, короче, прям вот этот антигравий такой прям жирный взять и все это залить.
Так, все, сегодня сварки хватит. Переходим на крылья. В общем, работать буду такой терочкой. Плоскость большая. Будем вышкуривать сейчас шпаклю по мокрому. Сейчас посмотрим, что получится. Помните, в прошлой серии я говорил, что надо обязательно плоским вышкуривать. Потому что, видите, здесь получается у нас ребро проходит. Нам надо повторить его рисунок. Соответственно, мы накладываем и по вдоль ведем. И делаем углубление на шпакле. Тем самым повторяя рельеф. И вот эта плоскость, она, видите, прямая. Она же такая, она остроугольная жига-то сама по себе. То есть нам надо выдержать, получается, эту прямую. Сейчас у нас получается, я здесь снял, но вот сам немножко выпирает. То есть вторую часть надо еще подпиливать. Подпилим это, потом нижнюю, получается, также сравняем. И потом уже вот этот край, когда выведем, будем закруглять. В любом случае, здесь придется еще немножко подмазывать, потому что небольшие кратеры остаются. Короче, накинул я еще слой в шпакле. Так сказать, выравнивающий. Но мне кажется, он тоже не последний будет. Блин, сильно дофига делов выводить крылья такие вот несуществующие. Но в любом случае, все повеселее уже выглядит. Это, конечно, лучше крыл. То как-то немножко какой-то не такой формы. Ну, что сделаю, то сделаю. Там, ладно, пофиг. Я как бы на идеал не стремлюсь. Хотя бы близко к нему. Все лучше, чем была дыра. Так что... Короче, пока все это сохнет, пойду запеню пороги. И их тоже потом в следующий раз остатками шпаклей уже буду мазать. Короче, нам всю эту полость надо сейчас заполнить. Аккуратненько. Чуть нальем побольше, а там лишку уже потом отрежем. Блин, пистолет у меня сломался. Сейчас, чтобы его закрыть, надо дофига махинации сделать. Точнее, манипуляции. Короче, приводил сегодня он гайку, чтобы он хотя бы более-менее как-то работал. Блин, типа пистолет это вообще китайская трюха. Покупаешь и за 700 рублей, и за 200 рублей, короче, все они все ломаются почему-то. Не знаю почему. В общем, сейчас немножко задул грунтом. Посмотри хотя бы, какие вообще формы у нас появляются. В принципе, по самому крылу-то более-менее. Даже эта полоса, ну, чуть-чуть наверх у меня поднимается, но это еще можно немножко доточить. В принципе, нормально. По крайней мере, сейчас видно, а то сливается и ничего не понятно. Ну и по этой стороне, где свеженький, прям сдул. Ну тоже линия сохранена. Ну, здесь небольшие ямочки есть. Тоже что надо дорабатывать их. Ну, естественно, там капот либо открывать, либо снимать и внутряночку проходиться. И здесь также. Сейчас еще полирнул место, где получается, помните, я краску, получается, ну, мазал. Посмотрел, как она будет отличаться. Краска, блин, сильно отличается вообще. Так что краску придется как-то растушевывать, переходы делать такие прям, чтоб, ну, не резкие, прям очень-очень плавные, чтобы они были. Потому что иначе будет прям все пятнами. Краски у нас только банка. Если всю машину красить, как бы этого не хватит, соответственно. Уже 10 час время. Пора домой. В принципе, думаю, неплохо поработал. Как бы все, что планировал, в принципе, сделал, можно сказать. Ну, крылья чуть-чуть не закончил. Ну, реально уже сил просто нет. Я приехал во сколько? В 11, пол 12 сюда. И вот сейчас время 10. Толком не ел даже еще ничего. И еще, короче, сделал вывод, блин, эту машину закончу, и надо порядок в гараже навести, потому что все мешает, все под ногами валяется. Что-то за зиму опять все понакидал. Невозможно работать. Ну что, у нас новый день. Что-то после вчерашних плясок со сварочником, блин, сегодня еле встал утром.
Все болит вообще. Хотя вроде в зал ходишь, тренируешься, но, видимо, какая-то группа мышц, отвечающая за переноску сварочника, не работает в зале. В общем, что у нас на сегодня? Получается, внутрянку крыльев сейчас сделаю. Потому что получается у нас здесь, вот они, дырочки. Тут-то мы все сделали, а дырочки внутри остались. Также и с той стороны. То есть вывести уже в идеалах. И если все это дело не поздно сделаю, попробую в переходе гнуть это крыло. Посмотрим, как каска будет ложиться, чтобы нам было понимание уже. Так, в принципе, подготовки оно пойдет. Здесь немножко маленькие еще элементы довести до ума. И нормально. Короче, сегодня день такой эксперимента будет. В общем, пока у меня сохнет шпакля на крыльях, попробую удалить вот эти вот почки тополины. Ну, стирать буду просто их лезвием, потому что капот в полной перекраске, если будет, поэтому бояться нечего. Так они засохшие прям. Короче, пробовал это строителям, а строитель вообще их не берет. Поэтому будем соскабливать аккуратненько. Чтобы без заусенчиков. Лезвие, в принципе, вообще вполне хорошо убирает. Короче, у нас неожиданные смены планов. Отошел к небольшой подготовке покраски. И, короче, что думаю. Получается, двери красить целиком я не хотел же. Думал так поверху, как бы, да, чтобы эти косяки убрать. Сейчас здесь скотч оттер. В принципе, не так здесь все страшно. Можно немножко подтампонить эти косячки, как бы, и не красить. Пусть она в одной краске остается. Потому что снова вот эти косяки я убирать не собирался. Здесь мятинка небольшая. Поэтому думаю, пофиг. Переход, короче, по ходу дела буду делать вот так вот. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. И ушел сюда, короче, на нет. Чтобы вот эти стыкующиеся детали. Ну, если здесь покрашу до сюда, получается, то будет резкий переход. И, короче, ну, палево будет большое. Будет прям отличаться сильно. А так плавненько сюда перейду и на родную красочку. Но опять же, только в планах. Как оно получится, на самом деле, не знаю. И по капоту тоже, скорее всего, переход будет вот так всего идти. Потому что эту штуку тоже буду красить. Она сильно затертая. Поэтому придется как-то вот так, что оно... Что, короче, придется зацеплять так, чтобы, короче, все у нас это смешалось. Не знаю, как это все объяснить словами. Короче, будем, блин, химичить. Не знаю, как все получится это. Первый раз такое делаю. Было, что делал в переход, как бы, но что вот такое краилово прям никогда не было. У нас чуть-чуть меньше, чем полная банка краски. Просто если будем мы все это сейчас красить, у нас этого не хватит. А узнал, банка краски стоит 1300. Как бы у нас таких денег уже нету. Так мы действуем в рамках бюджета определенного. Будем его и придерживаться. В общем, я потихонечку готовлюсь к покраске. Крашу. Но вы это уже увидите в новой серии. Так что не забудьте подписаться, если не подписаны. А если подписаны, то не забудьте поставить лайк. Всем пока.